Праздничный концерт, приуроченный ко Дню социального работника, впервые проводится там, где людям помогают снова встать на ноги. Номера подготовили коллективы Самарского дворца ветеранов. Мы с вами показываем, и какие мы творческие, какие мы красивые, какие мы добрые. И что мы хотим сделать чуть-чуть жизнь наших людей чуть-чуть лучше и интереснее. И вот спасибо нашему протезному предприятию, которое предоставило нам такую возможность. Ну, День соцработника – это очень значимое мероприятие, где мы благодарим людей, которые оказывают такую непомерную услугу в совместно с общественными организациями, потому что без них очень сложно. Все проблемы, в которых попадает человек, в разных ситуациях мы оказываем совместно, оперативно и качественно. Лучших социальных работников отметили почетными грамотами от Самарской городской думы. Сотрудников протезно-ортопедического предприятия наградили благодарственными письмами от главы города Самара. Одна из награжденных, Елена Белинская, рассказывает, на производство ее привел интерес, хотела осваивать новые технологии изготовления слепков. Желание быть нужным людям – это должен испытывать каждый человек. Для этого мы и живем на этом свете. Очень приятно видеть, как сказать, благодарные лица пациентов, улыбающиеся, когда они сами довольны. Сотрудники предприятия проводят реабилитацию пациентов, чтобы улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря усилиям специалистов они вновь могут ухаживать за собой, работать и даже заниматься спортом. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.